хочешь звук? Супер три, грамотей на помощь, спеша победи, они могут. Ты на канале? Привет! Мы... Рад тебя видеть! Это я, То! Добро пожаловать в волшебную страну, которую населяют герои сказок. О-о! Кажется, Вишенке нужна наша помощь. Итак, Вишенка, какая у тебя проблема? Я хочу пойти на большой бал спящей красавицы, но у меня нет ни кареты, ни короны, ни платья принцессы. У других есть все, что нужно. Что мне сделать, чтобы у меня было то же, что и у других? Хорош. И чтобы найти на него ответ, заглянем в книгу! В какую книгу мы должны заглянуть? Горошки и морковки, горошки и морковки. Волшебная книга появилась на... А я знаю, как это по-английски. Это? Синдерелла! Золушка! Что мы должны сделать? Мы должны отправиться в книгу и найти ответ на вопрос Вишенки. Сначала мы должны отыскать супербуквы. А затем ввести их в наш супер-мега-эрудит! Букв нам нужно. Итак, мы отыщем наше супер-решение! Внимание! Пиши вместе со мной. Какая буква передает звук Д, Д, Д? Ди! Ди! Напишем вместе букву Ди. Кажется, получается. Продолжим. Какая буква передает звук Р, Р? Ты знаешь? Ар! Напишем букву А. Давай будем писать дальше. Теперь И. Какая буква передает звук С? Скажи мне. С. С. На самом деле в слове «дресс» две буквы «С». Напишем две буквы «С». Как змейка. И другую. D, R, E, S, S. Dress. Абракадабра! Отлично написано! Платье для Золушки появилось, как только мы написали слово «dress». Это восхитительно! Это прекрасное платье. И в нем я готова отправиться на бал. К балу все готово! В путь! Внимание! Скоро ты увидишь супербуквы! Читай буквы вместе со мной. B, E, Y,
O U R S E L F. Be yourself. Будь самим собой. Наше супер решение – это be yourself. Будь самим собой. Но почему? Потому что Золушка осталась на балу даже после того, как исчезло ее красивое платье. Она просто стала сама собой. Итак, вот мой вопрос. Как мне быть с праздником, если я чувствую, что мне не место среди остальных? И ответ – это... Be yourself! Будь самим собой! Переведено и озвучено телекомпанией New Media для телеканала TG.